Меня зовут Мерзкий Тип, и я приглашаю тебя на свой канал. Друзья называют раком, а девушки не хотят тебя, потому что твой ММР меньше среднего. Тогда присылай мне свой Dota ID, и дедушка Мерзкий Тип пояснит за твои катки. На канал деда подписался, рымбаки делать заебался. Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Имба Шоу и добро пожаловать в Dota 2 патч 7.0. Все давно уже записали свои видео, где рассказывают про обнову, что нравится, а что не очень, про Маки Кинга рассказали, новые аганимы, ну и изменения в общем. Вот только ни в одном видео не сказано про фановые моды по типу Ability Draft, а так как все это является костяком нашего канала, то именно мы в первую очередь должны рассмотреть и разобраться, так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Ability Draft. На данный момент Valve проводят, так сказать, работу над ошибками и пытается быстренько исправить все баги и косяки, которые начали вылезать после обновления, и мне не дает покоя один из самых глобальных изменений, а именно ветка талантов. Пока неизвестно, как она будет работать в конечном результате, если у вас есть свои догадки, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, будет интересно почитать. Давайте рассмотрим Ability Draft в новом патче по порядку. За пример возьмем игру, которую я нашел на Dota Buff'е. Перед вами пик скиллов этой игры, и он вообще не изменился, суть все та же, но изменения, которые касаются самих скиллов, уже присутствуют. Как вы видите, в способностях некро изменился один скилл, да и монетка алхимика тоже работает в соответствии с новым патчем. По сути, они проработали полностью режим AUPIC и схожие с ним, и засунули это все в Ability Draft, из-за чего теперь этот режим стал еще больше дисбалансным, и сейчас вы поймете почему. Если на стадии драфта вы можете подобрать любые интересные для вас скиллы, то таланты остаются именно те, которые принадлежат герою, и вот тут начинается самое интересное. Есть довольно много талантов, которые привязаны к родным скиллам героя, как к примеру Draw Ranger, который на 20 уровне получает баф плюс 6% к пассивке. Благо она ее себе взяла, а вот на 25 уровне нужно выбрать талант или плюс 350 к дальности действия гаста, или же плюс 25 ловкости от ульты, которую забрал Аркварден с противоположной команды. И тут мне стало интересно, что же будет, если Draw Ranger прокачает этот талант на 25 уровне? Ловкость прибавится в любом случае? Или может вообще каким-то образом бафнет Арквардена с ее ультой? Вот именно сейчас она прокачивает талант, и ничего не происходит, как с дровкой, так и со статами Арквардена. В итоге, один из самых мощных талантов, который дается только на 25 уровне для этого игрока с его скиллами, бесполезный, в то время как другие герои, у которых 4 талант не связан с его родными способностями, получают сочный баф. И какой же мы можем сделать с этого вывод? Пока не проработают до конца этот мод, игры в Ability Draft порядком усложнятся, а точнее именно продумывая связку скиллов в соответствии с вашими талантами, чтобы не получилось так же, как в игре у этой Draw Ranger. Как по мне, ветка талантов довольно крутое изменение в новом патче, и его стоит как-то реализовать в Ability Draft, только чтобы работало нормально. К примеру, вместе со способностями на драфте можно было бы пикать еще и таланты для героя. Если вам эта идея нравится, то обязательно тыкните ваш большой палец вверх под видео, посмотрим, сколько нас таких. Либо напишите в комментариях, как таланты применить в Ability Draft. И у нас остался еще один вопрос, который все еще наводит сомнения на некоторых из вас, а именно, добавит ли Monkey Kinga в Ability Draft. И перед тем, как я скажу свое мнение, проголосуйте в вопросе, который появился у вас на экране. Так вот, как по мне, очень вряд ли, что добавит его в этот режим. Уж больно много способностей он имеет, но в качестве утешения вы можете получить аркану на этого героя, глянув розыгрыш от Dota 2 Net в предыдущем видео. А с вами был канал Имба Шоу, не забывайте поставить свой лайк, так я пойму, что вам понравилось видео. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, меня в друзья добавляйте, пока есть место, ну и тащите катки, друзья. Всем удачи!